У меня есть специальная миссия. Вы псих, что ли? Вы с кем там разговариваете? У меня есть специальная миссия. Вы псих, что ли? Вы с кем там разговариваете? У меня есть специальная миссия. Вы псих, что ли? Вы с кем там разговариваете? У меня есть специальная миссия. Вы псих, что ли? Вы с кем там разговариваете? У меня есть специальная миссия. Вы псих, что ли? Вы с кем там разговариваете? Спроси, какая миссия? Прости, какая миссия у тебя? У меня миссия научить соседского пуделя петь караоке. Итак, двое неизвестных подошли к мужчине и порвали его паспорт. Так. Неизвестных стало трое. Блин, ладно, я... У меня в голове это смешно звучало. Я тебя понимаю, у меня есть ответка тебе, ты готов? Давай, давай. Был один парень, которого заколдовал колдун, и он мог говорить только одно слово в год. И вот он 4 года не говорил ни слова и собрал 4 слова. Подошел к колдуну, а колдун ему говорит: копить нельзя. Блин. Скажи мне, тебе что, заняться нечем? Опять в мой дом залез? Разве для этого я его строил? Нет. Чего хотел? И тебе привет, Невер. Я просто захотел поговорить. Нет. Что? В смысле нет? Нет. Я не могу это... Я не могу это на полном серьезе озвучивать. Эти тарантиновские диалоги. Невер, в смысле, птичка, привет, поговорить. О, юродивый номер 2. Эй, а почему я не первый? Потому что я так захотел. Это легендарно. О, нет. Перед нами сам Зевс. Ну что, вздрючим ему попку, а? Покажем, что на Олимпе не очень-то и сладко. А может, мне? И тебе тоже. Книга на кладбище, она моя. Она лишь нашла ее и забрала нож с кухни. Какая книга, какой нож? Это лучшая хоррор-карта. Даже не знаю. А мы кто вообще, детективы, которые там приехали делать, да? Давай сделаем так. Просто его сейчас замочим, да? И пойдем, ну, кушать пиццу. Как тебе такое предложение? Yes.